Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан сегодня назначен новый прокурор города Тараза. Им стал советник юстиции Бекзат Сейлханов. Сейлханов Бекзат Сагатович родился 26 сентября в 1981 году в селе Головачевка Жамбылской области. После окончания в 2002 году Таразского филиала Алматинского университета Кайнар трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с 2003 года с должности помощника прокурора Сарысуского района. С 2005 назначен старшим помощником прокурора этого же района. С 2007 по 2008 годы работал прокурором управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов. С 2009 по 2016 годы работал заместителем начальника и начальником управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры области. И сегодня Бекзат Сейлханов назначен на должность прокурора города Тараза. Советник юстиции Сейлханов Бекзат Сагатович назначен прокурором города Тараз Жамбылской области. Полагаю, что он опытный специалист. Надеюсь, что он оправдает доверие генерального прокурора. В этой связи я сегодня его представил коллективу прокуратуры города Тараз.